Новость о предстоящем крахе семьи Григория Лепса после 20 лет брака произвела на его поклонников эффект разорвавшейся бомбы. Адвокат супруги артиста Оксана Якимова объяснила, почему Анна Шаплыкова подала на развод со звездой. Многие считали пару одной из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе. Супруги растят троих общих детей. Новость о раздоре в семье знаменитости прозвучала странно и потому, что еще недавно Григорий Лепс рассказывал о том, что упрашивает избранницу завести четвертого ребенка. Однако факт остается фактом, 20 декабря в хамовническом суде звездную пару официально разведут. По словам адвоката, супруги приняли решение о расставании совместно и не намерены его менять. Юрист подчеркнула, что приняли его они без скандалов, мирным путем. Также Якимова поведала, что исполнители и его жена остались в добрых отношениях. Она объяснила, что у Григория Лепса и Анны Шаплыковой случился кризис в отношениях. Это стало для них не случайным испытанием, считает защитница супруги певца. Адвокат не исключает, что, возможно, когда-нибудь они еще будут вместе. Что касается раздела совместно нажитого имущества и бизнеса, то пока этот вопрос между артистом и его женой не поднимался. В настоящее время Григорий Лепс занят концертами и новогодними корпоративами, Анна Шаплыкова же отдыхает на Мальдивах.